Учитель, я горжусь, что смог достать этот медальон. А я горжусь тобой, Леонардо. Но приключения, выпавшие тебе на пути домой, заставили меня еще больше гордиться всеми вами. Это правда? Да. Мы же чуть не разрушили семью. Иногда, Рафаэль, неприятности необходимы, чтобы сплотить семью. И воспоминания о тех трудностях тоже очень полезны. Донателло, Микеланджело, почему бы всем вам, четверым, не рассказать мне историю этого шлема, чтобы вы сами увидели, насколько повзрослели. Отлично! Я обожаю эту историю! Это потому, что ты всегда был фанатом Ночного Стража, Мик! А почему бы и нет, дружище? Этот Ночной Страж был очень крутым. Он, конечно, волк-одиночка и все такое, но заметь, что в одиночку он уничтожал целые банды. Никто ничего не знал о Ночном Страже. Он просто возник из ниоткуда в один прекрасный день. Если ты не можешь сдерживать свою злость, то лучшим выходом будет направлять ее в бой. Моя злость питает мою ярость, а ярость делает меня сильнее. Поэтому чем больше я бью этих парней, тем злее становлюсь, понимаешь? Нет ярости, нет силы, брат! Получайте! Бу-ха-ха, бу-ча-ча! Кажется, что он всегда появлялся в худших кварталах города. Атакуя, я поражаю нескольких врагов одним резким ударом, чтобы дезориентировать их. Сплинтер говорит, да, есть правильное время для удара. Поэтому дай волю разрушительному удару и заставь врага плакать. Для победы все средства хороши. Никто ничего не слышал о нем, так что ему пришлось завоевывать себе репутацию. Отлично! Лучший способ защиты – уклоняться от вражеских атак. Это всегда повышает шансы на победу. Но он всегда побеждал, поэтому со временем преступники стали бояться его. Уклон от удара, сопровождающийся откатыванием в сторону, даст тебе время занять более выгодную позицию. Вот и все. Если я говорю все, то это означает, что я от противников и мокрого места не оставлю. Только он никогда не блистал умом. Он дрался в жарких местах, где было недоумных бесед. Да нет же. Отлично! Было бы здорово, если бы все ладили друг с другом. Была бы замечательно. И все такое. Но мир не идеален. Ночной Страж побеждал плохих парней по их правилам. Отлично! Я могу влезать по стенам с помощью Сай, используя защитные приемы. Только это подходит не для всех стен. Ему еще предстояло много работы. Скоро все уличные головорезы стали его бояться. Может и так, Мик, но преступления не прекращались. Преступления есть и будут, но Ночной Страж предотвратил многие из них.
Ночной страж знал свое дело. Это точно. Лично! Но подумайте, он ведь всегда работал в одиночку. И у него было столько врагов. Сколько времени может протянуть одиночка? Не знаю, Лео, сколько протянет такой одиночка, как ночной страж. Но я точно знаю, что этого парня еще никто не побеждал. Никто! Полиция. Еще мы значительно повредили стройплощадку, и теперь оставаться здесь рискованно. И тут я заметил странный черный грузовик. Я сказал, что мы должны вновь обратиться к вам за советом, учитель. Но Рафу это не показалось хорошей идеей, и он ушел один. Поиск знания — это не слабость, Леонардо. Это сила, которая демонстрирует желание самосовершенствования. Ты-то должен был знать это, Рафаэль. Да, теперь я это знаю. Но тогда я ничего не слушал. Что? Изменился. Итак, сразу после этого я вернулся на крышу, чтобы проверить, где монстр, и... Ого, ты беспокоился о монстре! Нет, тупица. Я собирался посмотреть, как полиция справилась с ним. Но когда я туда поднялся, его не было. Я услышал странный звук в переулке, и когда я добрался туда, то увидел Фута, садившегося в черный грузовик. Так что я решил следовать за ним. Я должен был спешить, чтобы не упустить грузовик из виду. Вот и Джонни! В то же время мне приходилось быть осторожным, чтобы не сломать себе что-нибудь. По крайней мере, я мог не волноваться, что меня заметят. На эти Фута не смотрят зеркала заднего вида. Я ошибался по этому поводу. Лично. Вот и Джонни. Лично. Это впечатляет. Ха-ха, бру-ча-ча! Отлично! Отлично! Ситуация стала накаляться. Отлично!
отлично! Надеюсь, ты показал это. Чего стоишь? Сенсей? Они ограбили магазин игрушек. Ужасно. Это был магазин игрушек на улице Грант, верно? Дон, мы следуем за грузовиком. Постарайся не отставать. Отлично! Отлично! Бу-ха-ха, вручача! Вот и Джонни! Отлично! Вот и Джонни! Я немного устал, но, к счастью, они остановились у закусочной. Видите? Всякий становится голодным, когда он на задании, но только не я! Вот и Джонни! Отлично! Фу-ха-ха, вручача! Еще разрушение собственности. Это была не моя вина. Отлично! Мило с вашей стороны ждать меня! Отлично! Отлично! Сожалею, неудачник. Я собираюсь прекратить этот разговор. Доброй ночи!
Вот и Джонни! Вот и Джонни! Бу-ха-ха, бру-ча-ча! Вот и Джонни! Бу-ха-ха, бру-ча-ча! Отлично, попался! Так я поднялся выше, туда, где я мог лучше видеть грузовик. Да, это часто помогает. Отступить назад и посмотреть на все. Башня Винтерса? Что общего у футов с мультимиллионером Максом Винтерсом? Знаете, что я больше всего ненавижу в вас, ребята? Вы слишком много болтаете. Думаю, я выясню все про Винтерса немного позже. Вот и Джонни! Там повсюду были грузовики. Я на секунду растерялся. Потом меня вновь окружили. Говорю вам, я не знал, что там было так много футов. Футов или фатов? Я никогда этого не знал. Суть в том, что я был окружен. Отлично! В конце концов, я уничтожил их всех. Теперь я могу подумать, что же делать дальше. Я следил за тем грузовиком всю дорогу до башни Винтерса, но в гараже было с десяток похожих машин. Я не знал, какой из них тот самый. О, это самая крутая часть. Так расскажи нам, что ты сделал потом. У меня не было выбора. Я должен был пойти в башню и все разузнать. Разрушение и проникновение. Настоящий ночной страж. Я должен был разузнать, что происходит, разве нет? Действительно? Прокравшись в здание, принадлежащее Максимилиану Винтерсу, одному из самых богатых и влиятельных людей в мире. Но этот человек обладает самой разной информацией. Расскажи, что было потом, Раф? Я не думаю, что они знали о моем присутствии.
хотел продолжить идти тем путем, но там была охрана. Отлично! Если Фуд был не при здании, Винтерс должен был знать об этом. В любом случае, место становилось все более оживленным. И когда я решил выйти наружу, я не знал, что там шел дождь и дул сильный ветер. Бу-ха-ха, бру-ча-ча! Будто сама матушка природа была против меня. Ты ни разу не почувствовал, что тебе не хватает своих братьев, Рафаэль. Ну, возможно, раз или два. Думаю, снаружи было безопаснее. Хорошие новости. Ожидание окончено. Я не знал, были они с Винтерсом или нет, но у меня не было шансов. Я уничтожил их всех! Я узнал, что твои парни схватили эти монстра, что у них были проблемы. Кто-то поборол это создание, но это были не мои футы. Твои люди должны были выяснить, кто или что это сделал. Им платят не за то, чтобы они выслеживали загадочных охотников на монстра. Моя дорогая, тебе платят неплохие деньги. Не допускай того, чтобы я сожалел об этом, Карай. Наша сделка состоит в том, что мы ловим твоих монстров, помогаем твоим генералам готовиться к... Винтерс, в союзе с Футами. Что бы ни происходило, ничего хорошего не жди. Как будто у меня было недостаточно проблем. Ветер усилился, дождь перешел в грозу. Вот и Джонни!
Ча-ча-ча! Отлично! Вот и Джонни! Но, эй, я в порядке. Это место окружает невероятная загадочная энергия. Рассказывай мне. Отлично! Вот и Джонни! Отлично! Ух-ха-ха, вручача! Отлично! Ча-ча! Бу-ха-ха! Бру-ча-ча! Это место как джунгли. Проникновение на второй уровень. Проникновение на второй уровень. Отлично. Вот оно, вот оно. Расслабься, а. О, хорошо. Хоть что-то я понимаю. Thank you.
произошло еще кое-что до того момента, которого ждал Ник. Винтерс! Кажется, кто-то есть снаружи. Нет смысла беспокоиться. Никто не сможет попасть ко мне, не пройдя моих генералов. Однажды расплатишься за свои грехи. Моя дорогая, я жду и не дождусь этого. Больной старик, а что по поводу монстров? Я открою портал в царство монстров, откуда они и пришли, и... То, что ты здесь сейчас слышал, ночной страж, никогда не покинет эту башню. Генерал Моно! Да уж, лучше не бывает. Я думал, что мы пришли к соглашению. Так и есть. Серьезно? Тогда объясни мне, что произошло прошлым вечером. Разделиться — это была идея Дона. В городе еще могли бродить и другие монстры. Нам нужно было найти всех. По-моему, логически верно было бы разделиться. Так, чтобы каждый осмотрел свою территорию. Это было командное решение. И поэтому я не могу понять, Раф, зачем ты надел костюм ночного стража? Я был один, а когда ты один, лучше выглядеть как ночной страж. Так надежно. Да я ночной страж. Никто меня не остановит. Винтерсу пора приготовиться ко встрече. Отлично! Взять его! Ну и ну. Что это у нас? Городской сбор неудачников? Вот и Джонни! Вот и Джонни! Отлично! Эти идиоты не могут равняться со мной. Так, а теперь посмотрим, кто будет следующим. Бу-ха-ха, фру-ча-ча! Вам, глупцам, никогда не понять. Теперь здесь я правлю бал. Хе-хе-хе. Пора разобраться с вами. Отлично!
они собираются делать? Отлично! Ну давай, подходи, я здесь! Отлично! Сказать. Я крут! В лаву падать мне некогда. Вот теперь отлично. Бу-ха-ха, фру-ча-ча. Отлично. Становится интереснее. Бу-ха-ха, фру-ча-ча. Отлично. Ход заблокирован. Мы не можем попасть в здание. Оно горит изнутри, и когда металлические опоры расплавятся, все рухнет. Отлично! Я мог бы догадаться. Если что-то горит, значит поблизости футы. Отлично! Думаю, придется действовать одному.
Куда это ведет? Вот и Джонни! Отлично! Вот и Джонни! Отлично! Вот и Джонни! Пора привинтить фонарик к шлему. В этом дыму ничего не видно. Отлично! Я знал, что это ваших рук дело, недоумки. Раз я с вами разберусь. Думаю, она уже снаружи, на ваше счастье. Таких огромных тараканов я еще не видел. Нет, не надо. Ну, укуси меня, Боза. Отлично. Клоуны, поупражняйтесь в беге!